я всегда люблю, как изыгаться. Добрый вечер, друзья, давайте громкие аплодисменты поприветствуем, во-первых, себя, за то, что мы сегодня встретим, играем, улыбаемся, кругу дарим классные эмоции, яркие, и все сегодня здесь, и, собственно, как каждый вечер, в нашем уютном киноконцертном зале, друзья, всем привет! Да. Те, кто на корме, присоединяйтесь к нам в самых шикарных местах. В первом ряду можно видеть меня вблизи, вдали, можно разглядывать, фотографировать. Что самое главное, можно прекраснейшую, очаровательнейшую Анастасию. Ну что ж, друзья, мы начинаем наш крутой, яркий вечер на встречу счастьем. Наверное, многие, кто вдруг не видели. Есть, есть. Когда встал в баре, спрашивает мужчин, давайте пошумим. У меня ярче впечатление получается. Мужчин, давайте пошумим. Они уже крутово убежали, я так поняла. Просто ты там мальчик, а я девочка. Мужчины, я вас не слышу! Я бы пошутил по этому поводу, но не буду. Итак, а теперь, дорогие дамы, ой, прекрасные, красивые, я прям смотрю и налюбоваться могу. Дорогие дамы, девушки, женщины, родные вы мои, эй! Да, мне или женщину? Брянская область. Самарская область. Он, видимо, туда тебе поднялся, да? Казань, Татарстан. Северный Кавказ. Северный Кавказ. Мальчик. Екатеринбург. Екатеринбург. Ура! Брянская область, Челябинск. Волгоград. Волгоградская область. Даже интересно, кто туда, откуда приехал? Оренбург, Уфа, Башкортостан, Астрахань, Пермский край, есть кто-нибудь? Ну, давай. Я не ошибусь, если скажу Настя. Молодец! А еще я услышал. Да, была Даша, я слышала, Игорь был. Даша, Игорь. Давайте второй раз. У него со второго раза всегда лучше получается. Громко, четко. 3-4! Ну что? Ларису услышал. Олег молодец. Олег супер. Но я думаю, что я еще немножко познакомлюсь. Ну ты список после программы просто составь. На своей резиновой поверхности. Молодец. Я слышу просто это. И прямо сейчас вот эти вот аккумуляторы энергии, о, прям током бьет, насколько много там позитива. Мы отправляем в зал. Заряжайтесь, каждый. Насколько я понимаю. И как вам первые впечатления? Вот вы вошли в зал и поняли, что... Мы соскучились, потому что мы были в том году и очень рады вновь быть у нас в Пушкареве. Ура! А давай теперь с твоей стороны начнем знакомиться. А давай. Добрый вечер. Меня зовут Любовь, я из города Оренбурга. Любовь из Оренбурга, громкие аплодисменты встречаем. Нет, Любовь уже с нами не первый день, и она сегодня гордо водит за собой своих ярких знакомых, ярких подруг, друзей. Это коллеги ваши, команда. Мы путешествуем на вашем теплоходе целой командой. Это народный хор русской песни. У нас 22 человека. Я являюсь руководителем этой делегации. Как называется ваш хор? Народный хор русской песни. Народный хор русской песни, вы здесь? Вот это я понимаю. Команда, как впечатление от круиза? Отличное. Мы несколько лет, наверное, 5 назад ходили на Волгоград.
на теплоходе Александр Герцен. Сегодня нам повезло, мы идем на Пушкареве. Впечатление самое замечательное. Ну что ж, побудем, я тебе говорю. Он сюда не первый день, и все время у него разные штаны, разные рубашки. Господи, сколько у вас чемоданов? Один. Один, и сюда все вмещается. Вот ты с собой возишь несколько тюков. Да. И все в белой футболке. Да. И все одинаковые, Волга-Волга. Хорошо, ладно, друзья, многие, наверное, не знают этого очаровательного мужчину. Как вас зовут, откуда вы? Сергей из Ставрополя. Сергей из Ставрополя, ничего не изменилось за эти дни. Он по-прежнему оттуда, и он по-прежнему Сергей. Настоящий рыцарь нашего кинокода. Тоже аплодисменты Сергею, знакомимся дальше. Ой, тоже знакомое лицо на этой сцене. Давайте вспомним, как вас зовут? Любовь Астрахань. Любовь Астрахань. Любовь по-прежнему из Астрахани, по-прежнему ее зовут Любовь. К счастью, жаркое казанское солнце нагрело голову, мы ничего не забыли, это хорошо. Кстати, приветливая Казань, давно так не было хорошо в ней. Да. По крайней мере, я давно в ней так не был. Я сегодня слышала от местных жителей, что это у них была первая ночь, когда не было холодно. Это, наверное, мы все привезли им вот это вот тепло. Это все с Астрахани мы везли. Аплодисменты астраханцам! И с большим-большим карманом тепла. Большое вам спасибо, а мы знакомимся дальше. Добрый вечер. Добрый. Как вас зовут? Владимир. Откуда вы? Город Озерск. Рулевого, конечно. Можете уже разминать. Сил духа мы проверяем на борту нашего теплохода не первый раз. И всегда у всех все легко получалось. Поэтому, дорогие дамы и господа, на счет 3-4 проверяем ваш сил духа. Нужно выдуть из себя дух. И поместить их вот в эти вот резервуары для духа. Вы готовы? А зал готов поддерживать? До конца. Отлично. Пока не лопнет. Да. Поехали! Если у вас не получится, это будет очень странно. Ну что, друзья, поддерживаем. Давайте. Посильнее, растягивайте. Да. Мне кажется, они скоро сами лопнут. Сергей! А Сергей уже лицом на рубашку стал похож. Нет, это же ваша сила духа, какой зал тут надо самому доказать. А что сама посещает? Она говорит, это мышка, ее мышка слишком большой хвостик, да, носит? Абсолютно правильно, копейка рубль бережет только с собой и встает все принес еще. Ну что ж, я смотрю, Владимир, вы уже готовы. Давайте вы скажете, как зовут ваш талисман и небольшую историю о нем. Это штурвал от задвижки. Называется бабочка. Самый неудачный вариант, в котором все мучаются. У меня есть еще одно применение. Ой, уже нет. А что ты хотел с этим сделать? Тебе примерить. Бабочку? Да. Штурвал бабочка. А как штурвал бабочку будут зовут, когда она станет талисманом? Как, наверное, зовут? Штурвал бабочка. Да. И сразу в музей. Ну что ж, аплодисменты штурвалу бабочки. Смотрите, а так это абсолютно на бабочку не похоже. Да, на что это похоже? Да, что-то непонятно. Можно так. На галстук абсолютно правильно, я свои слова. Галстук бабочки, или у нас мужчины подготовились к официальному. Давайте ужину. Еще раз. Должен был быть якорь. А что он обозначает? Надо было бы их оставить. Ну что ж, аплодисменты у вас. Вот так, купальники больше. Я стесняюсь спросить. А почему вы купальник не на мышь надели? Купальник маленький. Мышка не доросла до купальника, поэтому пока что. Поэтому пока что.
Нет, ну похоже на цветочек, в принципе, друзья, под цветочек ведь, да? Просто роза. Тёма, она пахнет как роза? Что? Пахнет как роза. Двухствольная. Двухствольная роза? А больше резины отдаю. Ну, видимо, сорт такой. Новый сорт вывели. А как будут звать цветочек? Маленький цветочек, который всегда будет расти перед рулевым и никогда не сдуется. Я бы напряглась, наверное, если бы передо мной вырос вот такой цветочек. Я напрягусь, если сейчас бабочка снова в колпе превратится. Так, меня. Аплодисменты! Ай, цветочки его, говорит, ее любят. Ну что ж, Сергей, ознакомьте нас с вашим талисманом. Это моторная лодка. Это моторная лодка? Это крутится. Пираты бывают разные. Это лодка, которую себе Алекс принимает, да? Это была скрытая реклама? Нет, к сожалению, я от Алекс ничего не получаю. К счастью. А история какая-нибудь есть? Ну, я понял, что там есть море. И ушел. А, и вдохновились, собственно. И во сне вам приснилась она. Он ее перезарядил. А можно еще раз? Настя, остановись. Нет, я хочу сейчас посмотреть. Поймай тот момент, когда хватит. Ну, собственно, это был он. Аплодисменты Сергею. И, конечно же, наших рулевых награждаем призами от теплоходной капитан Пушкарев и теплоходной компании «Волга». Заряжайте весь зал, где вы вдохновляетесь. Как приятно слышать. Спасибо вам большое. Ну, продолжим знакомиться с прекрасной половиной этой команды капитанов. Добрый вечер вам. Как зовут вас? Юлия, город Волгодонск, Ростовская область. Волгодонск, Ростовская область. Обожаю Ростов-на-Дону. Ой, прекраснейший город, какие яркие там люди, классные. Слушайте, а что нужно привезти в Волгодонск, чтобы Ростов был не таким крутым, как Волга? В смысле Ростов? Ой, Ростов, Дон, я прошу прощения. А, Дон, да, еще раз, что нужно привезти? Что нужно привезти из теплохода, чтобы Дон не был таким крутым, как Волга? Хорошее настроение. Хорошее настроение. Ну что ж, повезем в Ростов-на-Дону, хорошее, яркое настроение. Надеемся, что мы вас зарядим по полной. А мы продолжаем знакомство. Добрый вечер, как вас зовут, откуда вы? Меня зовут Олег, я из Саратова. Аплодисменты, Олег. Хотели бы вы стать капитаном? Нет. Да, очень. Я даже собираю генеральские погоны. Вот это я понимаю. Ну что ж, сегодня вы покажете, какой вы генеральный капитан у нас сегодня. Ставите аплодисменты. Продолжаем знакомиться. Добрый вечер вам. Как вас зовут? Алексей, Волгодонск, Ростовская область. Вы знакомы, да? Уже 25 лет. Ну, видимо, так случилось, что когда-то раньше виделись несколько лет. 25 лет назад плавали на теплоходе. Встретились опять. Ничего себе, случайное совпадение, да? Аплодисменты, очаровательный парень. И последний наш капитан. Добрый вечер, как вас зовут, откуда вы? Александр Оренбург. Самая банда. И как вам впечатление о круизе? Невероятные. Прекрасные. Впечатления, мы очень довольны. Самые теплые слова. На мели мы, на лима ли не было вили. На меняли, на лима вы мне на меня. А любви не меняли, вы лима молили, и тумана лимана молили меня. Отлично! Вы точно так же четко проговариваем слова. Нет, я помыю бы, и не сбыл бы, и не выйду я. Я начинаю потеть.
У меня сейчас еще один капилляр лопнет. Самая быстрая скорость. Поехали. Нет, я по-моему и живы, и не выйду я. Культяпистый. Могу фильтипульца. Могу фильтипультяпу. Почти правильно. Я парень фильтипультяпистый. Могу. Давайте теперь вот вы сейчас свое рассказали, теперь нормальный час. Проговорки. То, что здесь написано. Давайте. Я парень фильтипультяпистый. Могу зафильтипультяпнуться. Могу выфильтипультяпнуться. И потом выфильтипультяпнуться. Вы не знаете, что такое зафильтипультяпнуться? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как нехорошо. Давайте. Нет, там выпи. Выпи. Как Wi-Fi, только выпи. Так, я парень культипультяписты, могу вы. Культипультяпнуться. И вы. Ничего. За фильтипульти. И потом выпить, да, абсолютно правильно. Мне хотя бы свой язык тут уже поменялся. Итак, самое быстрое. Я парень фильтипультяписты, могу за фильтипульти. Фильтирмаца. И вы фильтипульти. Отлично. Моя желбога, вы не бездая. Перепад. Подвергнуться. Отлично, медленная скорость лета. У меня к вам вопрос. Аплодисменты сперва на сегодня. Даже два вопроса. Расскажите, пожалуйста, где у ложечки жило-богово выбегистость и переподвыподверг тоже. Жило-богово-выбегистость. На ручке. А переподвергом это... На ножке. Изгиб ложки и ручки. Отлично. Вы согласны? Да. Мне кажется, он рассказал тоже. Да, это можно. Да. Итак, средняя скорость. Ложечка моя жилобоговистая. Да, с переподвыпом. Отлично. Средняя скорость. Да? И теперь самая быстрая. Ложечка. Еще быстрее. Ложечка. Еще быстрее. Да. Ложечка моя. Еще быстрее. Все, я больше не буду. Я буду. Ложечка моя жила-боговистая, да, с переподвывертом. Поехали. Возле ямы кум с пулями. Выйду на кол, пуль поправлю. Есть, походит нет, да? Быструю скорость пробовать. Не-не-не, мы попробуем. Давайте, средняя скорость. Возле ямы холм с пулями. Выйду на холм, пуль поправлю. А сам что видишь, у тебя было два глаза. И самое быстрое. Возле ямы холм. Я видела, у нас есть дети в зале. Пожалуйста, закройте уши. Попробуем еще раз побыстрее. Хула-хуп. Хула-хуп, вы хотели сказать, да? Возле ямы хула-хуп. Давайте. Возле ямы холм с кулями, выйду на холм, пуль поправлю. Узелочки, которые прямо сейчас вы завязываете себе, своим друзьям, чтобы все ваши желания сбылись. Когда завязываете узелочек, загадывайте желание, можете 2 узелочка, 3, 4, 5, сколько угодно. На пуговицы, на кольца, на ремешки, на аксессуары, кому как угодно, где больше придется предложить. А самое главное, когда завязываете эти узелки, это желание, которое обязательно сбудется. Эти узелки остаются, конечно же, у вас. Мы гарантируем вам, что ваше желание будет сбываться. Вы развязываете этот узелок и завязываете новый, загадываете новое желание. У меня уже, например, весь чемодан. Дайте клятву. Обязательно положите руку на сердце. Я напоминаю, что оно с левой стороны. Нет, сосед, на грудь, а? Себе на грудь. Соседки на грудь. Итак. После того, как я говорю слово «обязуюсь», вы просто все хором повторяете за мной это слово. Я турист тепла.
парохода капитан Пушкарев в полном здравии и нормальном расположении духа обязуюсь весь круиз смеяться по поводу и без повода, забыть все черные мысли и делать только то, что поднимает настроение. Обязуюсь! Обязуюсь! Клянусь! Не врываться в чужую каюту без стука, а если впустили, то не покидать ее без разрешения. Обязуюсь! Обязуюсь! Клянусь! Не выбрасывать посуду и стеклотару за борт, так как в конце круиза деньги пригодятся самому. Обязуюсь! Обязуюсь! После дискотеки соблюдать тишину и помнить, что сольное и хоровое пение в ночное время является предметом обсуждения всего теплохода до конца путешествия. Обязуюсь! Обязуюсь! И постараюсь играть с хором и для вас дружеский совет. Если вы сидели в баре и забыли, где живете, не кричите в коридоре. Кто я? Где я? С кем в полете? Сами к завтраку поймете, где и с кем, куда плывете. Ура! Друзья, присаживайтесь. Да, нет, ничего страшного. Здесь смешаны все самые святые боги нашей сия Руси. Ну что ж, уважаемые туристы, вы готовы? Уберите фото и видеоаппаратуру, пожалуйста. И уберите слабонервных. Бодры и веселы. Вставайте на завтрак в первой смене. А если ходили в бар, желательно ко второй. Будьте счастливы, радуйтесь. Если захочется искупаться, говорите нам, у нас еще есть такой тазик. Для кого нужно, вы можете после программы подойти со своими кувшинами, мы вам наберем с водой. Волжской воды. Волжской, дамской. Всей. Слушай, а там на корме сидят, грустят. Надо же обрадовать тоже. Боже, окропить, давай. Вот так хорошо. Больше всего Паша не любит, когда мы его окропляем, потому что у него тут искры начинают бурлить, и вот бьет током. Давай вот тут на корме немножечко дождичка ему строим. И про вас мы не забыли, вот так. Подальше еще. Вот так, хорошо. Так, побежали во второй ряд, тут у нас заскучали уже. Здоровья вам, уважаемые туристы. Ой, тут уже раздевают, побольше видят. Сюда побольше надо. Сюда побольше? Да. Саша, тащи ведро. Вас с какой стороны помыть? Вверху. Вот так вот. Еще надо. Еще? Да, конечно, давай. Есть губка? От души давай. Вот так вот, хорошо. Все, освещены на всю жизнь. Ой. А где хор? Хотите камской воды? Не надо так. А ложкой? Нам побольше. Вам побольше? 100 рублей литр. Я хотела бы вообще не знать, что эту очередь тебе. Эту очередь из 30 человек. Мне кажется, Сергею тоже надо побольше, он готов. Подождите. Он обниматься предлагает. Я тоже хочу. А, подержи. Все, держи, я тоже обниматься хочу. Друзья, кто еще хочет пообнимать Сергея? Лес рук, лес рук. Бесплат поможет. Ты его окропил? Да. Он уже испугался. Как хвост лошади говорит, это необычно. Ну ладно, Саша, забирайся, пожалуйста. А можно меня тоже?